Так, ну что ж, давайте вот покажу. Вот у нас здесь готова тестовая сборка. И будет ли она гореть, сейчас подключим, посмотрим. Сюда вот разъемчик у нас таким синим цветом прикольным горит. Здесь не видно, сейчас вспышку включу. Вот такой синий цвет. Здесь тоже синий цвет разъема. Такой вот, так что работает все четко, без проблем. Подсветочка идет. Такая вот алька. Давайте. Сегодня был на обзоре. Производитель прикольный, компания Алька. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.